Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, да, я слушаю. Меня Сергей зовут, звоню с телефона, на сайте взял. Да. Интересуют меня саженцы елочки, вот этой маленькой, глаука. Угу. Интересует меня 1000 штук для покупки, но не сейчас, а весной. Скажите, когда звоните, вот на весну заказывать это? Ну, сейчас прием заказов у нас закончится, откроется где-то в январе месяце. В январе откроются предварительные приемы заказов, то есть люди заказывают, проплачивают, и у них уже под бронью находится. Когда мы, у нас оттаивает земля, мы начинаем копать и отправляем. То есть когда людям, у людей оттаивает земля. Скажите еще, а вот этот объем 1000 штук, это достаточно много, надо самому приезжать забирать? Я как бы от вас нахожусь на расстоянии где-то 500 километров. Нет, можете сами приехать забрать, а можно и деком отправить, то есть это коробка небольшая. В банановую коробку... 1000 штук это небольшая коробка будет. Да, в банановую коробку входит 5000 штук. А, ну понятно, тогда нет смысла, потому что я думал, можно это машину брать такую с большим багажником, а так, конечно, лучше... Да нет, смысла нет, они идут по 50, по 100 штук в пучке, то есть и упаковывают хорошо корневая, то есть нормально все, с деком вполне нормально получается, и 2 дня доходит, там не проблема. Ну, все понятно, спасибо. А там уже, да, думаю, да, с января мы где-то откроемся, там, опять же, следите за сайтом, там где-то, ну, там счетчик будет стоять опять до открытия сезона, то есть до открытия приемов. Ну, весной, конечно, да, там такое белгородское, почти как у нас, оттаивает земля, поэтому. Ну, да, у нас тепло. Да, кто хочет, тот бронирует, кто хочет, тот ждет, пока земля оттает. То есть это на их усмотрение. Но бывает так, что сами понимаете, что если люди забронируют, то уже, когда земля оттаивает, иногда этот товар уже снят просто. А бронировать, это какую-то предоплату нужно внести? Это 100% предоплата. Это 100% предоплата, извините. Ну, у нас только так, как бы. И то там на весну оптовикам там от 1000 штук, там, смотря какую вы, по 35 хотели. Или по 20. А нельзя ее разделить, вот взять 500 по 20, а 500 по 35? Да, можно, ради бога. Можно так будет? Угу. Я просто как бы только-только хочу посадить, я никогда не занимался этим, у меня земля есть, и я не знаю, какие лучше, приживут они, как лучше. Ну, все одинаковые, просто это меньше, и все. Разница только в том. Скажите, а вот до размера где-то в полметра они за какой период должны вырасти? Вот за сколько лет? Пятилетка. Пятилетка. 5-6 лет это. То есть это сейчас пойдет вон. 6 лет это с момента посадки, это вот 2+3 нет, или 4, нет, или плюс 5 еще? 2 года я уже считаю. То есть, то есть плюс да, 3-4, плюс 3-4 да? Это года самое большое. То есть 3-летка она уже довольно-таки красивая, 4-летка она вообще красавица, там уже, ну, такая, уже видно, что это саженец. А 5-летняя уже там, уже сформированная, как бы, елочка идет. И сформированная елочка, а 6-летняя, ну, там уже вообще просто уже бери да сажай, как говорится. Полметра она точно, как бы, бывает. А еще вопрос такой последний. Вот если высаживать их, вот я вот планирую их дорасти где-то до полуметра, вот так, на каком расстоянии их высаживать между собой? Смотрите, опять же, мы сажаем на квадратный метр по 100 штук. То есть где-то делается грядка, сажается, потом в 3-летнем возрасте она пересаживается, рассаживается на более хорошее расстояние. Опять же, если вы даже расставите там 20-30 сантиметров, чтобы вам было удобно выкопать через 4 года, например, то опять это, понимаете, больше 3 лет ее на одном месте нежелательно держать. Ее или на постоянное место надо садить, уже все. А если вы потом будете выкапывать, она пустит очень хорошую корневую систему.
И вы, обрубая, получите, она больше болей будет. А так, с каждым годом пересадки вы не даете развиться главным корням, а остальные все, она как бы звучит, все набирает рост, все нормально, как бы идет. Ну, желательно больше 2 лет не затягивать на одном месте. Мы никогда так не делаем, потому что когда делаем, это уже потом выкопка идет очень трудно. Потом такие корни. А как там... же ее тогда? На продажу ее, как ее тогда можно? Пересаживать, что ли? Да, пересаживать. Да, ну через 2 года хотя бы 4-летка пересадить ее. 4-летка пересадить и год подождать, и она довольно нормально добьет. Если хотите 2, подождите, опять же. Вы потом пересадите, уже довольно хорошую, хоть на продажу, хоть куда ее можно. Это именно связано с развитием корней, да, чтобы слишком большие корни не были. Это связано... И потом не было трудоемко выкапывать. Правильно? Нет. Это связано с тем, что растение больше будет болеть. Понимаете, за 3 года оно пускает там 3-4 хороших корня. И они уходят далеко. Вы начинаете рубить их, и оно начинает болеть. А за год оно не успевает столько развить такую как большую корневую систему мощную. И вы пересаживаете, она опять начинает развивать, все то же самое в принципе происходит, но у нас так, у нас практически отпада нету, да что практически, у нас ни одна не отпада. Мы пересаживаем, просто снимаем всю землю, то есть когда мы себе пересаживаем, всю землю, и она с голым корнем едет на другое место посадки, например, на другой участок или что. Но сейчас мы пытаемся тоже подвести все к одному участку, там планируем, распланировали 2 участка тоже. Поэтому она, ну, больше 2 лет мы ее не держим. Это, во-первых, или уже сажать конкретно на постоянное, кто хочет, вот постоянно. Да, если там выкопать, там уже потом выкапывать. Даже бывало такое, что у вас есть время, извините. Может, я... Да, конечно, очень интересно. Бывало такое, что 2-метровые, вернее, саженцы, которые привозили мне с очень плохой корневой системой, естественно, они болели очень долго. Год им болели, они пускали там почки, когда 2-метровая елка должна бить почку где-то не меньше 15 сантиметров, они давали почки по 3-5 сантиметров, вы представляете? Но зато на следующий год, после того, как она прижилась и ушла, все, она выдает столько, сколько ей надо, и она довольно красивая становится. А и бывало, потом мы выкапываем, то есть это через 2 года получается. Там нету таких корней, и она выкапывается и приживается намного легче 2-метровая, представьте себе. Она уже не 2-метровая, как это говорят. Просто был случай, когда я действительно, человек заказал мне 15 елок, чисто голубых, 2-метровых. Я раньше озеленял, как бы, людям. И одна ему не понравилась. Вот не голубая, он уперся, все. А был уже июнь месяц. Ой, не июнь, май месяц. Уже она почку почти не начала бить. Я посадил у себя ее, просто я ее отхаживал, вода, корневин, все это, и она уже иголку начала сыпать, потому что у нас жара уже стояла, дай бог. Притянять ее не было смысла и не было возможности просто 2-метровую. Пришлось водой и все постоянно ночными поливами, вот это вот я ее выходил. Я ее не хотел продавать, потому что у меня жена сказала, ты столько мучился с ней, и как бы выходил. Она потом красавица, через 2 года стояла. Просто человек зашел, ну, сказал сколько. Я ему с дури бахнул там цену. И он согласился, сказал, я говорю, ну, только сами приедете. И вот они приехали в декабре, тоже выкопали ее манипулятором, вручную, вернее, манипулятором вытащили и увезли. И человек доволен, как бы, звонит, все нормально, она даже вообще не пострадала, как была, так и есть. И у нее почка была хорошая. Я приезжал, сам лично убеждался в этом. То есть, и все голубое было, опять же, цвет. Ну, я понял. То есть такие дела. Так, ну, вообще, мы вот так вот питомники некоторые, кто берет по 3, по 4 тысячи, там, по 1000, там некоторых ведем по 2 года, там, они вот звонят, спрашивают, пишут, там, я объясняю, и люди потом сами фотографии присылают, вот эти те малышки, которые вы нам присылали. Там действительно так вот. А скажите еще вопрос такой, как бы, ну у меня там участок где-то 15 соток пустой стоит,
Вот это какое количество там вот можно на доращивание высадить? Вот на сотку это вообще с условием последующей пересадки, чтобы потом на этой же площади их пересадить. Вот. Я вам скажу вот так, всего, тысячу штук я сажаю двухлетки, тысячу штук. На 10, да? Да, нет, на 10 квадратов. Ну, там это ж маленькие они, когда идут. А вот именно на доращивание, когда вот я сейчас возьму у вас двухлетки. Ну вот двухлетка, я именно, да, я таких сажаю. Ну вот. А потом я же их буду рассаживать через два года, мне уже больше. Да, через два года, да, вы берете уже по 15 сантиметров, там 20 сантиметров. Там уже на ваше усмотрение. Такая площадь и вообще не нужна, да? Такая огромная, конечно. Можно. Смотрите, средний питомник это составляет 20 соток. Большие питомники уже считаются по 50 соток. Маленькие питомники, как у нас, например. У меня все растет, у меня около, извините меня, там, я не скажу сейчас точно, 70-80 тысяч саженцев. И все растет как бы на 5 сотках. То есть это пересаживается, да, у меня 3 участка, я вожу там на другой, пересаживаю, там оно уже больше. Ну, там уже расстояние выбираешь, естественно, больше, там на 5-10 сантиметров. Смотришь, какие пойдут, какие. Я знаю, что я на следующий год их буду опять раскидывать. Которые, ну, у меня же идет продажа, понимаете, у меня маленькие уходят, потом я большие, которые остаются, рассаживаю, потом эти уходят, тоже туда же рассаживаю дальше, так и идет как бы по кругу. Каждый год. Ну, вопрос так тогда, а вот в 4 года тогда на каком расстоянии их рассаживать? Ладно, я их посадил, 1000 штук там на расстоянии там на метр. Угу. Хорошо. А продать вы в каком возрасте хотите ее? Полметровым? Да, в 5-6 лет. 5-6 лет. Ну, это где-то 50 сантиметров друг от друга. Ну да, да. Вот в этом случае тогда на каком расстоянии? 50 сантиметров. Ну, 4-летку 50 сантиметров друг от друга. Хотите вот дождаться 50, хороших, да. Елочек, там она уже будет с хорошим корневой, вы уже, ну это все делается под притянением, естественно. Потому что вы сейчас будете делать под притянением, чтобы она год приживала. То есть она будет, приживание у нее будет идти до августа месяца. А в августе месяце вы уже увидите, что у вас прижилось. Но у нас приживается 100%. У нас лично, мы только рассаживаем. У людей, ну, практически то же самое. Кто следует советам и действительно, полив идет поверху и все это делает. То же самое происходит. И цвет она не меняет, она голубая вся остается. Потом опять же вы рассаживаете, вы понимаете, что в 4-летнем возрасте она уже будет, ее будете пересаживать, все равно она будет болеть хоть какое растение. И опять надо будет притянять это все, и год вам надо будет возиться, как вот, чтобы она прижилась. Опять же, вы увидите, как двухлетку вы сейчас спасаете, так и 4-летку вам надо будет следить за ней. То есть, смотрите, в мае она начинает бить почку, идет побег очень нежный. Он должен быть притянен. Он должен притянен быть и поливаться должно быть сверху, я не знаю, опрыскивателем. Мы кёльхером поливаем сверху и чем только не поливаем. Ну, главное, пистолет, в принципе, хватает. Обрызгиватели всякие разные тоже стоят. То есть он круглые сутки поливается, и поэтому она выходит более-менее хорошая. Там, скажите, притянение допускается в тени деревьев или нет? Ну, это нежелательно. Потому что, во-первых, листва летит, во-вторых, вы понимаете, что когда идет, это допускается, ну, понимаете, когда она прижитая. А если у вас идет побег новый, она может в течение пару часов сгореть у вас, понимаете. Новый побег, он очень нежный. Тем более, вы пересадили, например, 4-летку, да. Ладно, я допускаю, что 3-летка, она не пересажена, а с ней ничего не будет там. В тени под деревьями. А если вы пересадили ее только, она, во-первых, наращивает корневую. Опять вы же выдаете корневин, там все дела, вот это все. И корневую наращивает, и бьет побег с
сразу. А на четырехлетке, если на двухлетке 2-3 почки, то есть вы сами понимаете, там будет всего 2-3 побега, то на четырехлетке их около 25. Это будет 25 побегов. Ей очень тяжело и корневую наращивать, и эти 25 побегов угонять. Поэтому надо будет притянение обязательно. И сейчас последние года, тем более солнце у нас такое, что мама не горит. Поэтому вот так как-то. А там думайте. Ну, хорошо, спасибо за интересный рассказ. Конечно, тогда. Если честно, стараемся засаживаться осенью по мере возможности. Но у нас всегда весна выходит, поэтому у нас... Мы не можем расходиться сейчас, потому что люди приезжают до сих пор, они будут ехать до Нового года, брать. Поэтому сейчас пересадишься, они потом повыдергивают, а это я не люблю, когда рассаживаешься потом. Или не продавать просто, или а тоже так, ну, работать надо все-таки. Ну, в общем, так. Ну, как-то. Спасибо большое. Да. Я тогда позвоню вам зимой. Да, всегда на связи. Да. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. До свидания.